На початку 2014 року Миколаєвець Анатолій Бублик працював у Москві. Проте, коли в Україні почалась мобілізація, повернувся до рідного міста. І буквально за кілька годин отримав повістку до військкомату. Стук в окно, я живу в частному домі. Мені стук в окно, я вихожу на вулицю, мені одразу: «Здравствуйте, такой-то, такой-то». Я говорю: «Да, такой-то, такой-то. От вам, пожалуйста, повісточка». Ради бога, расписался, все, на следующий день, как было написано в повестке, явился в военкомат, прошел медкомиссию. Но только я не могу понять, у меня забрали военный билет и сказали: «Идите, мы вам позвоним». Ну, хорошо, ну позвоните, да и позвоните, буду ждать. Ну, прождал неделю, прождал две, прождал три. Ну, так получилось, что у меня знакомая, получается, проходила практику у нас в корабельном военкомате. Ну, я же ее набираю, ну, звоню, так, ну, говорю ей: «Так и так. Может, или военный билет не верните, или в армию меня уже заберите». Дівчина таки допомогла потрапити до армії. В той час тільки-но почав формуватись 19-й батальйон територіальної оборони. І Анатолія направили саме до нього. Одразу говорили, що підрозділ охоронятиме миколаївські блокпости. Ізначально, що от він формується іменно для там охорони і оборони Ніколаєва-Ніколаївської області. І будемо нести службу виключно тут на блокпостах і на важливих государственних об'єктах. Ну, так было до сентября, до 2 сентября 2014 года. 2, по-моему, нет, не 2, 1 сентября на построении батальона командир вышел. Говорит: «Вышел приказ министра обороны номер такой-то, такой-то, 19-му батальону убыть в зону проведения террористической операции». Да, сутки на сборы, и 2, получается, 1 у нас распустили по домам, и 2 все, мы уже собрались в полном составе, и вечером мы уже выдвинулись. Це зараз Анатолій розповідає про участь в бойових діях 19-го батальйону з певною посмішкою. А тоді підрозділ відправляли з нульовим забезпеченням. Те, що військові виконували свої обов'язки гідно, спочатку виглядало просто як диво. Когда мы вот были, ну, еще здесь, в Николаеве, да, кормили, обеспечение было, ну, я имею в виду этим делом, да, оружие, боеприпасы, да, не вопрос. Ну, а что касалось, допустим, материального обеспечения в плане формы, там, обувки, всего остального, ну, я вам так скажу, чтобы долго не рассказывать, берцы, форму, все остальное я купил сам за свои деньги. Всі пам'ятають, як рідні військових 19-го батальйону влаштовували пікети. Їх можна було зрозуміти, хлопців відправляли до зони бойових дій навіть без бронежилетів. Але більша частина вояків сприймала таке піклування про себе дещо інакше. В першу чергу ми мужчини, ну, це наша обов'язаність пряма, як мужчин. Захищати свій дом, захищати свої дома, захищати своїх жінок і дітей. Ну, теж от вийшли, да, вони якби вийшли, їх ніхто об этом не просив, тобто вони на свої ініціативи: «Ай, куди ж ви їдете? Ой, а що ж це саме? У вас же ж ні бронежилетів нету, і форми там толком нету, куди ж вас відвезуть і все остальное». Ну, на одну секундочку, ми якби вже взрослі мужчини, ми ж не в школу ходимо. Ну, вот так вот, как бы, чтобы родители там прибегали и за нас там вопросы какие-то решали. То есть я считаю, это было неправильно. И, ну, допустим, родители, вот чьи мамы там вот прибежали тогда, когда мы, вот, мы, ну, выезжали только на отправку, там перекрывать ворота, не давать колонне выйти и все остальное. То есть, ну, я не понимаю, почему те мужчины, чьи там мамы, жены прибежали, не сказали им просто: «Не надо этого делать», потому что, ну, ничего хорошего, во-первых, из этого не получится, во-вторых, ну, это как минимум, ну, я не знаю, как какой-то резонанс там придавать чему-то, там, пища для размышлений там нашим врагам, так сказать. Перші дні, коли приїхали до зони проведення антитерористичної операції, було доволі складно. По-перше, ніхто не знав, що їх чекає, а по-друге, забезпечення там їжею, в тому числі, було більш ніж сумним. Обеспечение, в принципе, было ноль, когда вот мы приехали в зону проведения террористической операции. Пока мы были в Николаеве, питание было. Когда мы уехали туда, кроме консерв там и каких-то сухарей в мешках, у нас этого ничего не было. То есть, ну, пока мы тоже были не в определенности. Мы когда вот только туда приехали, я не помню, как называется точно этот населенный пункт, комбат нас построил, так, определил задачи, там, первая рота туда, вторая рота туда, третья рота, и эта фраза, вам, типа, самое интересное, короче, потом вы узнаете, куда вы, типа, попали. Ну и поехали, мы поехали, и ночью мы, короче, примкнули. Куда мы примкнули, мы сами не знаем, кому. Утром мы уже поняли, что нас отправили на охрану артиллерии, так сказать. И вот, когда мы уже вот с ними, так сказать, прижились, стали на довольствие именно уже к ним, что продукты начали возить от них, вот тогда у нас уже вот с обеспечением начало немножко дело налаживаться. Потім з артилеристами хлопці з 19-го ТРО об'їздили чи не всю Донецьку область. Сентябрь і початок октября ми, виходить,
ну, как бы я и назову это приморским направлением, вот, в направлении Тельманова, Тельмановский район Донецкой области. Были мы там, там отрабатывали, получается, ну, в связи с Минскими соглашениями, как бы мы не могли открывать ни огонь, ничего, то самое, только огонь в ответ могли делать. То есть, когда работали по нашим, по нашей пехоте, то есть, ну, запрашивали у нас поддержку, и мы отвечали. Вот так вот. Потом... во второй половине октября месяца по батареям, получается, у нас было две батареи и два взвода, по батареям начали немножко нас перебрасывать на донецкое направление. И да, уже где-то, ну, под конец октября мы уже полностью в полном составе, две батареи и два взвода, получается, уже мы наши действия синхронизировали, через сутки мы несли поддежуривание по новому терминалу Донецкого аэропорта. Саме там, неподалік від Донецького аеропорту, Анатолій вперше потрапив під серйозний обстріл. Це було між Авдіївкою і населеним пунктом Очеретине, ну там, десь в полях. Ну там железная дорога, я помню, проходит возле этой железной дороги. Начала прилетать напротив Авдіїва Коксахіма, это было. Вот тогда по нам начала первый раз прилетать. Ну, честно вам сказать, впечатление, как бы, ну, это, ну, ни словами не передать, ни в книжке описать, можно так сказать. Ну, когда вот первый раз ты именно слышишь эти взрывы, это, ну, как оно, когда оно возле тебя, это даже как не взрывы, а как, ну, как раскат грома какой-то, я, блин, прям не знаю, когда оно рядышком с тобой, то есть, ну, и взрывом это не назовешь. Такая доза адреналина получается, что, ну, просто как бы дать характеристику этому ощущению, как-то его классифицировать, ну, просто как бы, ну, невозможно. Ну, это вот просто вот... просто ощущение. Ты живой человек, и ты это ощущаешь. Что может сейчас вот прилетело сюда, а в любой другой момент может прилететь там, где ты стоишь. Ну и как бы... страх. Страх. Страх присутствовал всегда с первого момента, как только туда заехали. И, ну, просто страх такая вещь, с которым ты, ну, со временем начинаешь собладать. Напередодні Анатолій потрапив до госпіталю. В принципі, міг залишитись там на триваліший час. Але соромно було б перед товаришами по службі. І він виїхав в напрямок аеропорту. Ну да, было немножко посерьезнее, чем на Тельмановском направлении. Ну ничего, как-то пережили, сжились, можно так сказать. И так сказать, в принципе, ну, первый обстрел уже приняли на том направлении. То есть, ну, прямого обстрела, когда мы еще были на Тельмановском направлении, не было, там где-то рядышком бахкало, там разрывы, все, да, там на соседнем поле, там через поле были моменты. Ну да, страх вкрадывался такой, знаете, что а вот-вот сейчас еще и по нам сейчас прилетит. Тем более, ну как, нам, допустим, свернуться и уехать с этого места надо было время. А если уже начнут гасить по этому месту, то есть, ну куда ты уже денешься? Вот так вот. Страх был. Когда переехали туда, да, конечно, остановка немножко другая. Там командир батареи Сан Саныч легендарный из 55-й бригады, и в «Хоробрых сердцах» его показывали тоже, 23-й. Это вот. Тогда нас тоже предупредил, ребята, мы уже приехали, так сказать, туда, там, где шуток нету и всего остального. То есть, ну, тут надо смотреть четыре глаза, у вас есть два, отращивайте еще по два. Да. И, ну, вот, все сопутствующее. То есть, ну, плюс 200% к внимательности себе подключайте. Не знаю, что вы там будете делать, но будьте очень внимательны. Потому что, ну, как мы были пехота, а мы были на охране артиллерии, то есть... мы, можно так сказать, гарант ихнего спокойствия в работе. То есть, ну, они выстраивались в боевой порядок, мы уходили вперед, чтобы в пешую, так сказать, там, ни ДРГ, ни какие-то там заблудившиеся, так сказать, там, не заблудились там к нашим артиллеристам, вот так вот. Особливо запам'ятався один бій. Наказ до бою пролунав вночі, коли всі відпочивали, сподіваючись, що сьогодні буде тихо. Передали с передовой командиру батареи 23-му, что выехали две машины БМ-21 «Град», наводятся на направлении, где стоим мы. И, ну, надо было открыть огонь на упреждение. Ну и получается, мы оказались первее, чем они. Вот так вот. Они выехали, начали выстраиваться, нам пехота передала, что вот выстраиваются в наше направление, ну, бомбить наш квадрат, откуда мы бомбим. Ну и так получилось, что скоординировались и навелись быстрее мы. Одно орудие полностью уничтожено, одно орудие, получается, немножко подранили, и оно начало уходить, и ребята с пехоты, из БМП его добили. Вот так вот. Ну, вы пытались выкопать ямочку нам, а выкопали ямочку сами себе, грубо говоря, вот так вот. Да. Засветились. Война таких ошибок не прощает.
Завданням підрозділу, де служив Анатолій, була підтримка наших військових, які захищали аеропорт. Ці люди викликають захоплення сьогодні, і досі вражає їх мужність та стійкість. Те люди, которые находились вот в терминалах Донецкого аэропорта, изначально он был в кольце, и, ну, честно вам сказать, как люди там выживали, то есть, ну вот, допустим, взять новый терминал, это вот стеклянное здание, как в нем держать оборону, ну вот, исходя из вот тех вот моментов, которые, допустим, я прошел, да, и глядя вот потом, когда, допустим, аэропорт я вживую не видел, потому что мы находились от него на расстоянии артвыстрела, вот, ну, вы понимаете, что это расстояние не 100 метров и не 200, то есть это, ну, 5-10-15 километров, вот так вот. Я потом уже на видео видел эти все съемки, то есть, ну, низкий им поклон этим людям, и действительно, недаром их сами сепары прозвали киборгами, потому что, ну, допустим, живой человек с живой психикой и просто, я так вот народным жаргоном говоря, не вывезет. Вот так вот, этого всей нагрузки, понимаете, этого стресса у такого боевого, когда со всех сторон тебя летят пули, а мало того, что потом еще не только пули, а еще и мины, и артснаряды, то есть, ну, это надо иметь такой, я не знаю, стальной хребет, что ли, говоря. Ну, действительно, киборга. До Миколаєва батальйон повернувся напередодні Нового року. Нетривалі відпустки і знов до місця дислокації підрозділу. Хоча до зони АТО хлопці вже не поверталися. Військове керівництво вирішило, що на умовному кордоні з Кримом вони будуть кориснішими. Після першої ротації дуже багато ті, які, ну, от, були в АТО, які до кінця там досиділи, вони уїхали додому в відпустки і з цих відпустків не повернулися. Так сказать, да, многие были, ну, не буду там перечислять даже тех из моей роты. Потом многие написали рапорта о том, что они не готовы по морально-психологическим соображениям возвращаться обратно в зону проведения российской операции. То есть, ну, исходя из этого, получается, командование приняло решение, что, ну, обратно в зону проведения боевых действий отправлять нас не будут, а там, где, ну, потише, поспокойнее, так сказать, на крымскую границу, нас туда и отправили. Вот так вот. Хотя, в принципе, ну, пришел бы приказ обратно возвращаться с теми же самыми людьми, в то же самое подразделение сводное, так сказать. Я отправился с удовольствием. Анатолій демобілізувався влітку 2015 року. Втім, довго цивільним життям не насолоджувався. Військова справа прийшлась до вподоби. І тепер Анатолій Бублик підписав контракт, служить у 19-му окремому полку радіотехнічної розвідки.